Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 11 декабря. День Стефана. Святой преподобномученик Стефан, новый, пострадал за святые иконы. Родители его отличались благочестием и нищелюбием. Имея двух дочерей, они хотели, чтобы Бог дал им сына, наследника мужского пола. Для привлечения к себе милости Божией они вели благотворительную деятельность и усердно молились Господу, прося у него сына. Так и случилось. Мальчика назвали Стефаном и отдали согласно обещанию Господу, прося Божью Матерь позаботиться о нем. Весьма давнюю пору в эти дни ходили мужики воду в колодцах слушать. Если лежала она в колодце молчаливой серой тучи, знать на будущий успех в делах не стоит рассчитывать. Если же слышалось из колодца приятное слуху позвякивание, то надеялись в будущем году деньги считать. Сегодня почитают и святого мученика Иринарха. В юном возрасте он был палачом при мучениях святых мучеников, но был просвещен благодатью Божию. Он дерзновенно назвал себя христианином. По повелению правителя его бросили в болото, откуда вышел невредимым. Затем в огненную печь, которая не причинила ему вреда. Был усечен мечом. У купцов в этот день был свой способ пытания судьбы на успех. Рано утречком на Иринарха выходили они на улицу и бросали ближайший сугроб горсть монет разного достоинства. После принимались их из снега доставать. И если первая, самая мелкая монета попадалась, шли домой раздосадованные. Успеха в делах не увидишь. И наоборот, если первым из сугроба серебряный рубль доставали, закатывали на радостях пир на весь мир, твердо веря в удачу любого задуманного ими дела. Согласно примете, быстро поправить свое финансовое положение мог человек, умывшийся в Великий Четверг серебра или золота. Это четверг Страстной недели Великой Седмицы, в которой вспоминается Тайная Вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евстархии. Для того, чтобы всегда деньги водились, следовало при появлении молодого месяца, первом куковании кукушки или прилете аиста потрясти мелочью в кошельке. Удачу могли принести монеты с изъяном, слегка вышибленные монетки. Их рекомендовалось всегда носить при себе вместо талисмана. Приметы. Если на Стефана снег идет хлопьями, к урожаю. Про свеклу. Ну, все знают, что она способствует хорошему туалету. Есть особый день в году. Наступает темноту, Новым годом он зовется, и всех людей удается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ. Наступает Новый год. Он удачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалов ходит счастьем в каждый дом. Веселись, народ, наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает.
радость и любовь растет. Это новый, новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок-то пей. Ой, веселись, 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 народ, наступает новый, новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь растет, это новый, новый год. Ой. Бум-б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 ум